Здравствуйте, я доктор Семра Джошкун, специалист по витрохирургии сетчатки. Я расскажу вам следующее. Когда пациент должен обратиться ко мне или к специалисту по витрохирургии сетчатки? При появлении мерцаний, вспышек света, затуманивании зрения, помутнении, половинчатом зрении, двоении в глазах или искривленном зрении и, самое главное, при потере зрения, следует обратиться к таким врачам, как я. Итак, какие же заболевания мы можем наблюдать у пациентов с подобными жалобами? Во-первых, разрывы сетчатки, во-вторых, заболевания желтого пятна и, в-третьих, внутриглазные кровоизлияния. Конечно, все эти заболевания могут быть неодиночными. Одно из них может переходить в другое. Например, разрыв сетчатки может сопровождаться кровоизлиянием в сетчатку. Но это основные моменты. Разрыв сетчатки – очень частое заболевание в нашей поликлинике и очень опасное. В крайнем случае пациент может прийти с жалобами на вспышки света и мерцания, которые являются предвестниками этого заболевания. Если мерцания и вспышки света сопровождаются снижением зрения, вам обязательно нужно обратиться к специалисту по сетчатке. Желаю вам всем здоровья, хорошего дня!